сказано. По состоянию 29 мая выплаты материальной помощи произведены всем заявившимся, подтвердившим и имеющим на это право на общую сумму более 167 миллионов рублей. В том числе единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей выплачена 4293 человекам. Материальная помощь за утрату имущества первой необходимости в сумме 50 тысяч рублей выплачена 1689 человекам. В соответствии с инициативой губернатора Курганской области Владимира Михайловича Шумкова производится выдача сертификатов за утрату жилого помещения, которое является единственным. Кроме того, выдача сертификата за утрату помещения, которое не является единственным жильем, а также выдача материальной помощи за утрату садового либо дачного дома. Материальная помощь за утрату садового либо дачного дома, права на которые были оформлены в размере 100 тысяч рублей, получили 306 человек. Материальная помощь за утрату дачного либо садового дома, права на которые были оформлены и оно являлось единственным, получили 12 человек. Материальная помощь за утрату близких в размере 1 миллиона рублей выплачена на общую сумму более 12 миллионов рублей. Кроме того, выдано 457 сертификатов на покупку либо строительство жилья. Хотелось бы отметить, что большое количество жилых домов не стоит на учете. Особое внимание обращает на себя поселок Смолино, где количество этих домов превышало 30%. Эти жители не платили налоги. Вся помощь выплачивается за счет бюджета, который в том числе формируется за счет поступлений от граждан, которые платили налоги по закону. Уважаемые жители Курганской области, ставьте на учет свое имущество и страхуйте свою недвижимость, чтобы снизить риски потерь в случае возможной утраты.